Здравствуйте! Сегодня мы начинаем новый образовательный курс с условным названием «Конструируем образовательный канон». Курс двухфокусный, и можно его назвать еще и чуть по-другому «Физика плюс история». Тонко заключается в том, что сегодня у нас чисто вводная лекция. Это не физика, это не история. Это рассказ о том, что будет в курсе, откуда он появился, и зачем все это дело мы решили запустить. Образование и канон культуры – это и есть наша сегодняшняя вводная лекция. Собственно говоря, и курс-то сам возник от того, что где-то начав в 2013 году исследовать каноны культуры, мы были крайне удивлены их очень небольшим количеством историческим. До сих пор не совсем понятно, почему этих канонов так мало, почему так столь великая бедность, столь глубокая бедность разного рода идей, положенных в основу образования. Собственно, за всю относительно вменяемую человеческую историю вариантов образования мы нашли очень немного. Отсюда возникло желание, а не поэкспериментировать ли нам с собственным производством канонов. Очень может быть, что это будет неверная идея, что с канонами нельзя экспериментировать, что это невозможно в принципе, из этого ничего не получится. С другой стороны, у меня есть такое ощущение, что сказать это с гарантией нельзя, потому что никто и никогда этого просто еще не пробовал. Итак, то, что у нас предполагается, это медиакурс, но это понятно, лежит в тренде, сейчас везде все идет по дистанту, с элементами экспериментального культурного канона, где будут смешиваться две вещи. Первое – это мета-история, то есть попытки посмотреть историю как текущую реальность и возможные альтернативные реальности. Так как учили нас великие шахматисты, если вы анализируете достаточно сложную партию, возьмите две доски. На одной вы будете делать те ходы, которые делались в партии, в нашем случае смотреть те события, которые были в текущей реальности. А на второй доске вы будете смотреть варианты, которые приходили в голову шахматистам, которые могли реализоваться, но не реализовались, тем не менее, продолжают оказывать давление на текущую реальность. И вот этот метаисторический подход для нас будет в некотором смысле основным в курсе. Работать мы будем на примере Первой мировой войны, не потому, что этот пример чем-то лучше всех остальных, а потому, что я его люблю, и мне интересно именно этим заниматься. Но кроме того, что это мне нравится, есть еще две важные вещи. Во-первых, Первая мировая война так или иначе определила развитие 20-го столетия, определила историю 20 века. В этом отношении она невероятно важна с одной стороны, и, в общем-то, плохо изучена, по крайней мере, массовым читателям и слушателям, с другой. Оказалось хуже того. Оказалось, что Первая мировая война имеет прямое отношение к развитию науки, к развитию образования и, между прочим, к развитию физики. Мы будем говорить о том, что важнейший конфликт, возникший на рубеже 19-20 столетия и связанный именно с развитием физики, в известной мере привел к Первой мировой войне. Я пока уточню эту фразу «в известной мере». Я склонен считать, что он привел к этой войне прямо и непосредственно. И в этом отношении источником этой войны было не убийство Франца Фердинанда, не англо-германские противоречия, не хлебные пошлины, а совершенно другие события, случившиеся в очень узком кругу людей, которые в свое время пытались собрать в единое здание физику, и выяснилось, что это у них не получилось. Но еще раз подчеркиваю, это моя гипотеза, мы ее будем проверять. Второй важный момент, связанный с Первой мировой войной, это, конечно же, Октябрьская революция. Ибо, опять же, мы будем показывать, что живем мы не в самом вероятном варианте истории. И должен сказать, что здесь, конечно же, вспоминается известная поговорка всех альтернативщиков, всех, кто занят альтернативной историей. А именно, оптимисты полагают, что мы живем в лучшем из миров, а пессимисты опасаются, что так оно и есть на самом деле. В действительности мы живем в очень маловероятном мире, который значительно лучше того, которое возникает в естественном развитии истории Первой мировой войны.
это лучше во многом завязано с революцией. Именно на Октябрьской революции мы будем изучать совершенно особый метод, позволяющий перейти от исторических пиктограмм к метапиктограммам. То есть научиться прямо и непосредственно работать с историческими альтернативами, там, где они возникают, и видеть те истоки, откуда они берутся, и те стоки, куда все это в конечном счете приходит, те аттракторы, к которым приходит история. Вообще говоря, если что-то есть похожее на азимовскую психоисторию, то это она и есть, об этом мы будем вести речь. Вторая сторона дела – это физика. В действительности в физике нас будут интересовать, по сути своей, три важных момента. Первый и самый, наверное, простой, одновременно же и самый интересный. Мы хотим рассмотреть физику вне исторического контекста. Мы хотим ее рассмотреть как конструктор, набор деталек, из которых можно собрать разные красивые штуки. Я даже не буду пользоваться понятием лего, сейчас гораздо более привычно, потому что родился в другое время, и для нас это было не лего, для нас это были такие железячки с винтиками и гаечками, которые можно было в разные последовательности собрать друг с другом и получить из них подъемный кран, или танк, или самолет, или еще что-нибудь, что вам больше нравится именно в данный момент времени. Вот первое, что мы хотим сделать из физики, это собрать ее из конструктора. Понятно, что из конструктора можно собрать много всего разного. Не одну только физику, а разные физики. И мы будем смотреть, где детали можно было поставить в другом порядке, а где нельзя. Второй важный момент. Собирая физику, мы перейдем к тому, что я называю мышление 3.0. Новый формат, постнаучный формат мышления. Мы будем стараться собрать физику из нитей мышления и операторов мышления. Еще раз, это принципиально и предельно неисторический подход. Мы не будем смотреть физику, как она шла. Или все-таки будем. Потому что кроме нити и операторов мышления, которые мы, конечно же, будем широко использовать для сборки, мы, разумеется, постараемся посмотреть еще и линии физического мышления. И вот линии мышления, они отличаются от нити. Они-то как раз сугубо историчны, но они метаисторичны. Тонкость здесь заключается в том, что вообще-то я еще линию мышления для физики не посмотрел. Вернее, я, конечно, нарисовал, что-то там изображено на картинках, но до конца она не доведена. И, может быть, ее очень трудно будет довести до конца. Увидим по ходу дела. Курс экспериментальный, элективный. У нас есть его программа, но некоторая часть лекции нам сейчас совершенно неизвестна. Вернее, мы знаем, о чем мы хотим в них сказать, но не знаем, удастся ли нам это сказать. И это еще некоторая загадка. Третий момент, который будет взят в физике, это, собственно, момент перехода от классической к неклассической физике. Та самая грань 19-20 века, о которой я сказал, что она оказала массу влияния вообще на все, включая военные действия, политику и т.д. Об этом мы будем говорить отдельно, ибо эта тема более всего интересует пространство лабораториума и лабораторию квантовой механики, где, собственно, идея этого курса в свое время и зародилась. Вам будут после каждой лекции высылаться презентация по ней в качестве опорного конспекта. Сейчас презентация первой лекции передо мной, с удовольствием ее смотрю. И, собственно, картинка, которая будет послана в этот момент, это картинка двух книжных полок от нашей лаборатории и библиотеки, где были построены две скрепки книг. История Первой мировой войны и не столько физика, сколько, естественно, научное мышление как таковое. И точки стыковки этих двух областей познания. Соответственно, тоже увидите. Собственно, я заканчиваю с предисловием и перехожу к теме «Код и канон культуры». В действительности, код, культурный код – штука достаточно простая и при этом достаточно важная. Сильно упрощая, но именно это упрощение нас абсолютно устраивает для дальнейшего, код отвечает на два вопроса. Как и зачем нам вместе жить дальше на этой территории? Как и зачем, или как и за что, если понадобится, нам придется умереть на этой территории?
Только два вопроса. Соответственно, практически все современные конфликты – это конфликты кодов культуры. Проблема глобализации заключается в том, что невозможно, по всей видимости, построить единый код культуры для земного шара, а попытка навязать территории ее населению чужой для нее код культуры заканчивается не очень хорошо. Это просто не работает. Причем не работает совсем. Человек, который не сумел получить свой код культуры, не возьмет и чужой. А если он находится без кода, ему не ответит на два вопроса. Зачем жить и зачем умирать? А когда человек не может ответить на два эти вопроса, он более чем несчастен. Как правило, это приводит к наркотизации, алкоголизации и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, что такое канон? Канон – это конструкция, интеллектуальная, мыслительная конструкция, которая, собственно говоря, транслирует культурный код. И в этом отношении культурный канон всегда дается в школе. Здесь нужно очень четко понять, как сейчас мы понимаем структуру образования. Пока не будем трогать тему социосистемы, социосистемного подхода, об этом на следующая лекция, как ни странно, по физике она у нас. Мы попытаемся коснуться только, собственно говоря, самого образования как такового. И тогда получается, что у вас имеется следующая его ступень. Дошкольное образование. Базовая его задача – сделать так, чтобы человек мог нормально ориентироваться в современном мире. То есть он к окончанию дошкольного образования знает свой язык. В наше время может пользоваться компьютером, потому что не только на нем читать, но и что-то там набирать. Немножко может считать, но главное даже не в этом. Он знает, где он живет. Он знает, что такое магазин, что такое аптека, что такое новостная лента, что такое социальная сеть, что такое книжка, что такое кино, что такое мультфильм. Он имеет довольно большой набор знаний, позволяющий ему выживать в обществе. Долгое время считал, что этому нужно как-то учить. Сейчас все очень хорошо и просто. Всему этому нас учат интернет, телевизор, реклама. И в этом плане человек довольно быстро набирает этот набор знаний. Далее идет школьное образование. Школьное образование делает из человека гражданина данного общества. И вот именно поэтому задача трансляции культурного канона является для школьного образования принципиальной. Более того, культурный канон двигается дальше. Какое бы образование человек ни получил, все равно этот канон будет присутствовать. А это означает, что вся школьная программа, на Западе любят слово «куррикулум», я его впервые услышал в Азербайджане, где мы готовили материалы по реформе образования, и некоторое время считал его тюркским. Не, оно оказалось английским. Так вот, весь этот куррикулум, то есть система, вокруг которой строится образование, она и создается через канон. Канон отвечает на вопрос, что именно, чему именно мы будем учить в первую очередь. Я иногда определяю всю эту ситуацию очень просто. Я говорю, что канон – это то, что любой человек, закончивший школу, будет иметь в своей голове, независимо от того, хотел он этого или нет. Все остальное он может не запомнить, не выучить, не знать. Но это у него должно быть. Далее, когда человек заканчивает школу, у него возникает этап профессионального образования. Здесь тоже есть своеобразные каноны. В общем-то, его будут учить следующим вещам. Что нужно знать при любой работе, какую бы ты ни сделал, в рамках, опять же, культурного кода данной страны. Но здесь есть хороший пример. Некоторое время назад финны грустно сказали, что лучше бы мы договаривались на строительство атомной станции с вами, а не с Оревой. На вопрос «почему?» ответ был очень интересный. Да вы, конечно, построили бы плохую станцию, гораздо хуже, чем то, что делает Орева, но вы бы ее построили. У вас принято доводить работу до конца, раз уж вы за нее взялись. Это тоже часть такого культурного кода. Какую бы работу ты ни начал делать, тебе ее придется доводить до конца.
Далее есть профессиональные коды. Они бывают почти никакие. А бывают, что человек 20 лет учится самый профессиональный код, а то его до конца не знает. Как вы понимаете, я говорю о медиках. У них самые юристах, у них самые сложные, самые длинные профессиональные коды. Им приходится очень долго их осваивать. Ну и, наконец, после этого лишь идет культурный код, вернее, профессиональный код того места, где вы работаете. Это профессиональное образование, и по окончании его у человека уже два кода. Культурный код страны и территории и профессиональный код той деятельности, которой он будет заниматься. Очень немногие после этого идут на высшее образование. Высшее образование – это когнитивные коды. И это то, с чем сейчас хуже всего на свете дело обстоит. Поскольку, начиная с 18 века, мы привыкли считать, что в мире существует только одно единственное научное знание, что оно национально, культурно, религиозно и так далее, ни от чего не зависящее. Мы будем говорить потом, хотя не это есть базовая тема нашего курса, что просто это не совсем так. Но именно в связи с попытка сделать глобализированное высшее образование, и возникло сейчас очень много крайне серьезных проблем в познании, в развитии, да и в деятельности тоже. Если человек получает настоящее высшее образование, ему остается только одно – образование как создание образа, человек как образ Бога, Господь создал нас по образу и подобию, все вот это вот тип конструкций мыслительных. Создание образа есть умение работать с разными кодами, с переходами между ними, с высшими кодами. Вот такая структура. И мы будем сейчас пытаться из этой большой структуры, которую человек проходит, ну, конечно, не всю жизнь, как говорят на Западе, но лет 20 ему точно на это требуется, мы будем пытаться из этой структуры выделить то, что связано с культурным кодом. Как я уже сказал, культурных кодов очень немного. И на данный момент времени, в общем и целом, в основном их три. О них мы немножко скажем. Итак, у нас есть античный культурный канон. Культурный канон, который я называю советским, хотя в действительности он прусский, ибо впервые был создан в Пруссии. Верно, впрочем, и другое. Пруссия не смогла довести свой канон до уровня 20-го столетия, а Советский Союз смог. И поэтому, когда мы его называем советским, мы не так уж и не правы. Это современный постиндустриальный канон. И это довольно умозрительная попытка нашей группы создать канон для евразийской культурной целостности. Мы его называем геопланетарным. Античный канон построен на мертвых языках и конкурентных играх, советской на математике и героической литературе. Логика постиндустриального канона – все относительно. И давайте включим мыслекоммуникацию и медиакоммуникацию. А геопланетарный канон строится на географии и играх. Здесь встает очень важный вопрос. Кто собирает каноны? Как каноны собираются? Почему они собираются? И почему они собираются именно так? Надо сказать, что античный канон собирается из рамки классового общества. Ну и не случайно он был придуман в античности. Не случайно это канон образования, который давался детям правящего класса, то есть, собственно, рабовладельцам, высшей полисной элите. Ключевое понятие канона – ответственность элиты. Если вы посмотрите, как все это дело делалось, а это легко очень посмотреть. Античный канон прекрасно дожил до нашего времени. Античный канон прекрасно известен вам по кино и литературе. Ну, например, потому что античный канон – это, собственно, весь цикл Гарри Поттера. Обратите внимание, кто читал эту книгу или смотрел фильмы, а я думаю, тех, кто не читал или не смотрел, почти что и нет в этом мире, должны обратить внимание, что перед вами четко двухклассовое общество, где имеется высший класс магов и низший класс маглов. Задача магов – управлять маглами, причем так, чтобы маглы об этом не знали. Это очень сложная задача, поскольку магов очень немного,
А маглов очень много. И маглы имеют великолепную техническую подготовку. По-хорошему, в случае реальной войны магического и магловского мира, я бы на магов не поставил. Поэтому здесь управление крайне сложная вещь. И если вы посмотрите, чему учат Гарри Поттера в течение всей его жизни в Хогвартсе, вы увидите, что в центре программы именно вот эта вещь. Жесткая ответственность. И эту ответственность создают через умение мыслить и умение коммуницировать. Базовая структура античного канона – это мертвый язык как основа мышления. Помните, сколько Гарри Поттер учит латынь? У него как бы формально считают, что все заклинания на латыни. Но вообще-то до Гарри Поттера то, что все заклинания на латыни считала католическая церковь, медицина, юриспруденция и ряд других областей познания. Второй момент. Коллективные игры. У них это, конечно, квиддич. Коллективные игры как основа коммуникации. Вы соединяете эти две вещи, и у вас возникают люди, которые способны к сложной коммуникации в игре, и к сложному мышлению в несуществующих языках. Сочетание языка и мышления – это логос. Соответственно, вот этот класс людей, оспособленных к логосу, управляет всем остальным миром. Но чтобы люди были оспособлены к логосу, чтобы они могли играть, чтобы они могли абсолютно неинтересный, никому не нужный материал по мертвым языкам воспринимать как нечто необходимое, нужна дисциплина. И не просто дисциплина в варианте Востока, типа любое распоряжение учителя должно быть выполнено, а рефлексивная дисциплина. Опять же, напоминаю вам Гарри Поттера. С одной стороны, там жестко учат дисциплине, а с другой учат ее нарушать. И учат понимать, где это необходимо, а где нет. До сегодняшнего дня античный канон существует в Великобритании, в ее частных школах. Существует в католических школах, просто во всех, которые только есть в природе. Готовит этот канон управленческую элиту, задает сложное мышление, сложную коммуникацию, дисциплину и, очень важно, создает клубные сообщества. Людей, которые когда-то учились в одной школе и которые с тех пор связаны между собой. Как-то это красиво называется в Англии по поводу школьного галстука. Но смысл все тот же самый. Заметьте, что в античном каноне деятельность не важна. Деятельность – это работа рабов, а ежели рабов нет, значит роботов. Соответственно, это принципиально не деятельностный канон. Только давайте поймем это совершенно четко. С точки зрения Аристотеля, владельца логоса, Александр, несомненно, раб, он занимается действием. И он действие это делает – в рамках той картины мира, которую строит Аристотель, то есть владелец логоса. Вот так, собственно, работает античный канон. Очень красивый, очень интересный. Тонкая деталь. Попытки в России в 90-е годы внедрить античный канон ни к чему не привели. У нас этот канон, похоже, просто не приживается. Более того, людей, которые этот канон посадили на себя, они, в общем, остались без карьеры, им не доверяли. Дело в том, что в основе нашей культуры находится совершенно другой канон, прусский, который был преобразован далее в советский. Этот канон собирается не из рамки классового общества, а из рамки бюрократического государства. Мы термин «бюрократия» воспринимаем всегда крайне негативно и очень зря. Бюрократия – это, по сути дела, власть управленцев. Все помнят Октябрьскую революцию, ее великие лозунги – землю крестьянам, фабрики рабочим. Но там не хватало, естественно, банки и деньги банкирам и власть управленцам. А это очень существенный момент. Совершенно понятно различие между человеком, который управляет потому, что он принадлежит к высшему слою общества и способен к сложному мышлению и сложной коммуникации, и человеком, который готовился на управленца, который знает законы управления, который умеет пользоваться законами управления. Это совсем другое. Так вот, бюрократическое государство собирает прусский канон и ключевые собирающие понятия – дисциплина и служение. Служение – это чрезвычайно важно. Это гораздо выше дисциплины. Это право нарушить любой приказ во имя интересов
ну, не всегда общество или страны или народу, но уж всегда государство. И, между прочим, готовность отвечать, если ты это нарушил, все получилось неплохо. Но я вам замечу, что если ты не нарушил, получилось плохо, ответить придется все равно. И в этом отношении канон в некотором плане жестче античного. Там все-таки у вас есть право высшего класса. А прусский канон никогда не делит высший и низший класс. Любой может его получить. Хуже того, любой обязан его получить. Когда говорят, что любой советский человек был винтиком в государстве, это нужно понимать буквально. Бюрократическое государство включало любого человека. И это делало его невероятно сильным. Кстати, замечу по этому поводу, что дисциплина и служение – это Пруссия. Советский Союз добавил героическое служение. То есть нужно не просто служить, нужно еще и при этом быть героем. Основа канона. Вместо мертвых языков взяли математику. Вопрос почему? Ответ. Да в общем точно так же ставят мышление, точно так же абстрактно. Мы в нашей группе не считаем, что математика это язык, но помним такую конструкцию. И именно адепты прусского канона любили высказывать. Но при этом математика более практична. Ее еще можно применить, в отличие от мертвых языков, в физике, в технике, в инженерии, в экономике, даже в простой бухгалтерии. Она много где нужна. В этом плане этот канон гораздо более задействован на деятельность, зафиксирован. Второй момент. Классическая русская литература. Причем классическая русская литература рассматривалась с двух позиций. Как основание для деятельности и как основание для героизма. Имея две сильных позиции – мышление и деятельность, само собой разумеется, что мы на чем-то должны были терять. И теряли на коммуникации. В Союзе она была резко ослаблена. По сути дела, психологические, коммуникативные техники, даже игровые техники у нас не давались. И все, что у нас вообще было по коммуникации, это детские объединения через пионерию, комсомолию, кружки и клубы. Это не институционализировалось, вернее, институционализировалось плохо, и, в общем, как правило, сводилось к тому же, что уже было сказано. Это была слабая сторона данного канона. Сильная сторона. Знаете, связь мышления с деятельностью позволяла получать очень многое. В 2010 году я имел удовольствие работать в Димитровграде, в НИИ атомных реакторов. Это до сих пор самое сильное исследовательское заведение, исследовательский центр в мире, который существует в этой области. Разве что индусы пытаются нас догнать в этом вопросе. В общем, ни Штаты, ни Европа ничего подобного не имеют. 6 реакторов на очень небольшой территории – это много. Так вот, там была сказана красивая фраза. Чего вы нам говорите про инноватику? Инновация – это то, что было сделано в Союзе в 60-е и 70-е годы и по каким-то причинам еще не использовано. Вообще, кроме шуток, представьте себе, сколько надо было работать, чтобы через 50 лет часть того, что придумала, вы придумали тогда, были сегодня востребованными инновациями. И там работать умели. Канон готовит сознательных тружеников, в идеале еще и героев. Готовят в школах, в ПТУ, техникумах, вузах. Обучение всеобщее, бесплатное. Канон задавал сложное мышление, картину мира, дисциплину и представление о сложном труде. Современная западная болонская школа собирает, но я бы сказал бы так, из рамки гражданина, собирает из рамки представления о том, что общество – это набор граждан. Ключевое понятие – норма. А как только вы ставите норму в качестве ключевого понятия, вы понимаете, что вы тоже собираете из государства. Но это государство не бюрократическое, а правовое. Вместо власти бюрократов у вас власть права и юристов. Это другая конструкция, между прочим, сама по себе тоже достаточно интересная. Проблема. Ослаблено мышление. Оно ослаблено очень сильно. И транслируется из мышления только некоторые элементы современной философии. Постмодерн, технософия и все, что вокруг этого.
за то, как раз то, что было слабым в Союзе и не очень сильным в античном каноне, его стало очень сильным. Транслируется коммуникация через медиа, новостные ленты, кино, сериалы, рекламу, компьютерные игры, социальные сети. Транслируется действительно очень хорошо и очень сильно. Вокруг коммуникации строится все образование. Можно сколько угодно это ругать, но это очень интересная модель. Как ни странно, второе, что есть в современной болонской системе, кроме коммуникации, это то, чего принципиально не хватало советской модели. Это очень хорошо поставленная рефлексия. Рефлексия как основа демократического поведенческого паттерна. Рефлексия как понимание того, что существуют разные культуры, существуют разные принципы. Надо как-то уметь уживаться в рамках этих разных принципов. Фактически то, что называется политкорректностью, здесь рассматривается как форма рефлексии. Момент, который никогда не понимали у нас в России. Мы всегда относились к политкорректности с большим юмором, не понимая в том, что политкорректность – это единственное, что дает гражданам западного общества, вообще говоря, способность жить и выживать. Они способны видеть социальные отношения через коммуникацию, через политкорректность. Итак, канон готовит граждан демократических в школах, колледжах, университетах. Образование построено по двухуровневой системе. Это платная услуга. Задает технологическое мышление, строит информационное общество, задает постмодернистское отношение к истине и неонтологичность, задает демократическое правовое сознание. Самое ужасное, то, что этот канон сейчас полностью разрушается. Он не выживает в условиях технологического перехода шестого техуклада с его роботами и аддитивными технологиями. Почему я говорю то, что это ужасно? Потому что если вы разрушаете канон и не строите при этом никакого другого, у вас возникает колоссальный социальный кризис. У вас возникают поколения населения, которые, как я уже говорил, не знают ни зачем они живут, ни зачем они умирают. С этими поколениями невозможно работать. Сами они тоже ни на чем работать не могут. Ну и, собственно говоря, все проблемы, которые здесь есть, Запад в ближайшее время будет собирать. Ну, извините, а нам придется их как-то из этого дела выручать по традиции. Потому что выручать точно придется. Когда у нас много и активно в России шли разговоры о Евразийском Союзе, а я и по сих пор считаю, что никакой альтернативы Евразийскому Союзу нет, и делать его все равно придется, возникли представления о геопланетарном каноне, где сборку будет вести земля, территория. Сама территория как собирающий элемент. Территория себя осознающая. И ключевое понятие в этой сборке – хозяин. Канон готовит хозяев земли. Соответственно, канон этот есть, можно назвать как развитие советского канона, но он другой. Поскольку там в качестве рефлексии используется не представление о дисциплине, не представление о служении, а представление о географии. География как планетарная рефлексия. Как твоя возможность посмотреть на планету извне и воспринять ее как то, что прямо и непосредственно тебе дано. Кто христианин, кто читал и любит Библию, помните поручение Адама. Когда Господь говорит Адаму, бери ее, имеется в виду землю, и владей ей. Вот здесь вопрос. Научиться ей владеть и возделывать свой сад. Соответственно, в канон входит география, а высшие формы мышления в нем даются через физику. В этом отношении это физический канон. Коммуникация дается в нем через игры, но не через коллективные игры типа квиддича, а через интеллектуальные игры, схематические игры, стратегические игры. Я не буду говорить про этот канон долго, потому что мы сейчас с вами будем работать не с ним. Мы хотим построить другое. Дело в том, что все каноны, которые перечислены, античный, советский, геопланетарный, все они собирались из некоторого состояния общества. Мы же хотим попытаться поэкспериментировать с каноном, который будет собираться не из состояния общества, а из переходов.
из процессов развития и переход. Вот представьте себе, что вы видите стрелочку. Схоластика, стрелочка, наука, стрелочка, постнаука. Или классическая физика, стрелочка, квантовая физика, стрелочка, квантовая теория поля, стрелочка, постфизика. Вот представьте себе, что вы хотите собрать канон из самой стрелочки. Вот из этого момента была какая-то ситуация, когда физика стала квантовой. Это переход. Вот из этого перехода, из этого процесса мы будем собирать то, что будет называться нашим каноном. Важный вопрос. На чем может вырасти дерево физики и истории? Кто его польет, почему не засохнет? Кто страхует его плоды? Это действительно очень сложный вопрос, и на него у меня сейчас нет ответа. Я рассчитываю получить ответ к концу курса. Собственно говоря, наша программа, которую я назвал условно «Конструируем канон», может изобрести другое название, приобрести другое название. «Принципы прогресса и искусство спонтанности». Мы будем учиться управляться с процессами, плавать в процессах и попытаемся ответить на вопрос, что делать, если в своей жизни вы столкнулись не просто с развитием, но со спонтанностью, с сероморфозом. В чем разница? Очень просто. Развитие порождает новое. Новое всегда имеет корни в прошлом. Вы можете сказать, какое будет новое. А ароморфоз есть появление принципиально другого признака, которого раньше не было вообще. Например, кто-то научился летать. Я про эволюционный ароморфоз. Кто-то научился ходить. Кто-то, ну то есть человек, научился думать. Появилось свойство, которого не было раньше. Это не новое, это иное. И сейчас мы живем в мире, где регулярно возникает иное. Это иное нужно, во-первых, распознавать, а оно далеко не всегда видно. У человека очень сильно сейчас развита техника, как, столкнувшись с иным, сделать вид, что это вовсе даже не иное, а новое, а может даже и вообще старое. Как научиться описывать иное старыми словами? А с другой стороны, когда вы научитесь описывать иное старыми словами, или новыми словами, или иными и другими словами, вам еще и придется как-то с этим иным жить и что-то с ним делать, и не сходить от этого с ума. Это очень неприятный вопрос. В некотором плане я хочу, как лектор, как тот, кто читает этот курс, отнять у вас будущее. Дело в том, что большинство представлений людей о будущем – это либо их собственные детские мечты, либо детские мечты человечества. Если вы внимательно изучите советскую фантастику, а она того стоит, и я очень советую ее изучить, если вы изучите ее рефлексивно, если вы ее тщательно проанализируете, вы обнаружите, что советские авторы, когда они писали о будущем, они писали о прошлом, они писали о металлических паттернах, где нет власти человека над человеком, есть место, и этого места много для культуры и искусства, и есть очень сильно развитый сельский инстинкт, желание увидеть как можно больший кусок мира и понять его для себя, желание удивляться этому миру, желание восхищаться им. Это очень сильное, но это то, что было в прошлом. И не случайно мы называем модели советского будущего сейчас мезолит со звездолетами. Причем я замечу, что это существенно лучше, чем модели западного будущего, того же времени, которые все время описывали индустриальный мир со звездолетами. Что на самом деле еще более смешно, если уж на то пошло. Мезолит все-таки более абстракционный, под ним вы могли понимать нечто большее. А уж ежели у нас индустриальный мир, то он вот такой, как он был, такой он и есть. Но я хочу заметить, что сейчас Запад пытается справиться с этим. Потому что лучшие книги, которые выходят в последнее время, «Анафем» Стивенсона, «Посольский город» Мьевеля и так далее, это уже точно попытка выйти из представления о будущем, как о мезолите, неолите или индустриальном обществе со звездолетами или атомной энергией или нультранспортировками. Это попытка понять, что же именно иного может появиться в человеческой жизни. Но самое важное. Человек мечтает о будущем как о некотором
устойчивом состоянии, в котором реализовано то, чего ему бы хотелось, или, по меньшей мере, убрано то, чего бы ему не хотелось. Но в применении к понятию будущего смысл имеет только изменение. Будущее как процесс. А процесс образа не имеет. И в этом плане нельзя создавать образы будущего. Вернее, можно, но бессмысленно. Мы не умеем описывать процессы. Мы умеем описывать образы. Это проблема. А то, что не имеет образа, то, что непрерывно меняется, сопряжено со страхом. С экзистенциальным страхом неопределенности. Мы ведь привыкли доводить любое дело до конца. Помните, я говорю, что в России это еще и часть профессионального кода. А здесь у вас возникает ситуация, где конца не предвидится в принципе. И любимая фраза «перед вами 10 лет упорного труда и потом 10 тысяч лет безмятежного счастья» точно работать не будет. И в этом плане нам придется учиться изменять, учиться недоделывать. В общем, если будущее не похоже на детские мечты и совсем не нравится, но при этом еще и не связано со старыми детскими страхами, что-то типа атомной войны, которые тоже очень привычны, то это, скорее всего, действительно будущее. В этом отношении, да, мы хотим в этом курсе поработать со временем, может быть, со сложным временем. Мы будем опираться на социальную теорему, которая только и дает возможность создать динамическое образование. Эта теорема утверждает, что в основе образования, работающего с процессами, существуют только два тезиса. Тезис первый. Работает только грубая модель. И второй. В целом понятно. Что такое работает грубая модель? Мы столкнулись с этим в прогностике. Вот возьмем такой пример, он хрестоматиен уже в нашем прогностическом цеху. В свое время Аурелио Пичи, исходя из многих соображений, включая чисто шкурные, в смысле денежные, захотел повлиять на развитие общества. Он нанял Джея Форестера, который написал великолепную работу «Мировая динамика», в которой впервые говорилось о том, что ужас-кошмар нас ждет экологический кризис, и с этим надо что-то делать. Собственно, экологическое сознание появилось именно после этой работы, вернее, после того, как субруки Джана Джейми Доуза переписали все это дело в популярной форме. В чем проблема? Первая модель Форестера была грубой, простенькой и содержала в себе пару логических ошибок. И понятно, почему она была грубой. Техника, с которой он пользовался, примерно соответствовала программным калькуляторам 90-х годов. Программируемым калькуляторам. То есть там можно было зафиксировать некоторые очень простые соотношения. Эта модель позволила получить гипотезу экологического кризиса и вокруг нее построить целую философию, которая мне ужасно не нравится, но это была философия, с ней можно было работать. Она позволяла думать и заставляла, между прочим, рефлексировать то, что мы делаем с Землей, что, я замечу, с любой позиции абсолютно не вредно. Когда потом Форестер, уже получив совсем другие деньги, а надо сказать, что, собственно, данная работа была ему заказана, потому что он сказал, что сделает быстро и почти бесплатно, сделал гораздо более сильную модель, более точную. Там было не 5, а несколько десятков, гораздо более сложные связи. Получилось следующее. Ну да, уравнение. Ну да, закономерности. Ничего из них не вывести. Сами по себе к реалу они отношения не имеют. И философию строить тоже нельзя. Грубая модель Форестера сработала. Его тонкая, точная модель была абсолютно бессмысленной. Мы говорим о том, что гипотеза грубой модели – это гипотеза, все помнят Уильяма Батлера Йейтса, и как водомерка над глубиной скользит его мысль. Это модель водомерки. Человек ходит по онтологическим каплям, не пользуясь онтологическим натяжением, не проваливаясь внутри, и может поэтому переходить с одной капли на каплю. Это тезис о пользе поверхностности для понимания, и наш курс будет неизбежно поверхностным. Кстати, заметьте. Я вам сказал про онтологические капли, онтологическое натяжение. Ничего я про этому поводу вам не говорил и не объяснял еще. И вот тут-то как раз и работает второй принцип.
принцип в целом понятно. Можно понимать целое, не понимая многих его элементов. Поэтому образовательный курс может не быть последовательным. Можно сегодня пользоваться понятиями и инструментами, которые я объяснять буду завтра или вообще никогда не буду объяснять. А может быть, некоторые из них вообще еще никогда и никем не были объяснены. Но этим можно пользоваться через целое. Момент в целом понятно имеет два значения, с маленькой и с большой буквы. С большой — это понимание через целое. Каковы может быть Бог, Вселенная, мышление. То, что находится больше вас, и с чем вы соотноситесь к себе. А можно понимать в целом с маленькой буквы, как грубое, но деятельностное понимание. Интуитивно понятно, что такое онтологическая капля. Отлично, двигаемся дальше вперед. Я сам с этим столкнулся впервые совершенно случайно. Когда я учился на физфаке, был еще первокурсником, и у нас заболел преподаватель, и заменил его другой. Это был великий человек Васильев, он действительно очень много сделал в науке, он еще и был великим преподавателем. Но ему, когда его попросили заменить, забыли сказать, что мы первокурсники, а не третьекурсники. И он считал, что он читает курс электродинамики для третьего курса. А мы сидели на первом. В какой-то момент он осознал, что мы не понимаем того, что он говорит. И сказал: так, что, как? А, первый курс. А я вам даю дифференциальные уравнения, вы их не знаете. Так вот, с дифорами работаем примерно вот так. Уловили, двигаемся дальше. Совершенно неожиданно оказалось, что эта лекция, в которой использовалась куча понятий нам неизвестных, нам дала для понимания электричества больше, чем весь остальной курс. Мы экзамены сдавали по этой лекции все. Вот тогда я понял, что движение в познании не является непрерывным. И очень хочу это попытаться использовать для нашего курса. Ну и, наконец, собственно говоря, подведу определенный итог. То, чего я хочу получить. Я утверждаю, возвращаясь к нашей исходной задаче, соединить между собой военную историю и физику, что Первая мировая война является сегодня политическим, а не историческим событием. Очень хорошая книга Топтыга «Великая французская революция» начинается со слов: «Великая французская революция – последнее историческое событие, случившееся с человечеством». Это был набор лекций, люди просто расшифровывали лекции, и сразу начали спрашивать: как? А революция Октябрьская, мировая война, другая война? На что лектор улыбнулся и сказал: это все политические события. Мы еще не превратили их в исторические. В чем разница? История – это попытка рассмотреть некую деятельность людей, политических деятелей, исторических деятелей, культурных, в рамки мышления. Что предполагает, что у вас запущены все три когнитивные лифта. То есть вы рефлексируете это, вы понимаете это. И вы умеете определять возникающее иное и новое, и различать иное от нового. То есть вы можете пользоваться еще и лифтом смещения. Политика – это та же деятельность, но не в рамках мышления, а в рамках коммуникации. Коммуникация может предполагать понимание, кстати, вовсе не обязательно, но может. Но коммуникация не предполагает рефлексии, тем более смещения. Поэтому политический анализ – всегда гораздо проще исторического. Он не просто проще. Он проще в значении примитивнее. Дело в том, что, находясь в политическом анализе, вы все еще живете в концепции «свои и чужие». Когда вы живете в историческом анализе, вы, с одной стороны, ее продолжаете удерживать. Вообще говоря, для русского культурного кода удержание своих и чужих – чрезвычайно важная вещь. У нас даже люди, занимаясь Пелопоннесской войной, говорят: наши проиграли или наши выиграли. Это понятно. Но при этом в историческом анализе вы можете перейти на позицию других своих. Вы можете посмотреть на картину с одной, с другой, с третьей стороны. Вы можете найти интеллектуальную красоту в том, что происходило. Вы можете разобраться в том, как принимались решения, почему они принимались именно так. У вас нет здесь ситуации под названием: а вот этого мы делать не имеем права. Помните, да, современная картина, представление о том, что некоторые вещи во Второй мировой войне вообще запрещено рассматривать как альтернатива,
и считается это нарушением едва ли не закона. А на Западе так и просто закона. Вы не можете подвергнуть сомнению Холокост, это является уголовным преступлением, даже если вы пытаетесь рассмотреть эту ситуацию сугубо исторически. А это иногда бывает крайне полезно. К счастью, Первая мировая война забыта настолько, что соответствующих законов там не приняли, и мы вполне можем рассматривать ситуацию и с позиции Антанты, и с позиции Центрального Союза, и с позиции внешнего наблюдателя. И в этом плане мы хотим ее рассмотреть как историческое событие, не политическое. Может быть, после этого мы сможем увидеть как исторические события, не политические, и весь короткий 20 век. А это было бы крайне интересно и очень важно для сегодняшнего дня. Но самое ужасное, что физика сегодня также является политическим событием. Она не знание, и она не форма мышления. Так вот, базовая задача курса. Мы будем делать Первую мировую войну историческим событием, а физику – событием ума. Это наша базовая цель. Я фактически закончу, но поскольку данная лекция носит вводный и в известной мере рекламный характер, я обязан рассказать про программу курса, что я с удовольствием сейчас и сделаю. Вводная лекция, та, которую вот сейчас она уже закончилась, слава богу. Образование каноны культуры. Изучаемые техники. Конструирование канона мышления как генератора образовательных систем. Собственно, что мог я по этому поводу сказал. А главное, всем этим курсом мы хотим показать, что вот мы на пустом месте придумали сами канон, в нашем случае сочетание физики и истории. И если мы будем двигаться в этом направлении последовательно, мы сгенерируем на его основании образовательную систему. Знаете, я хочу много канонов. Мне кажется, что когда их на всю человеческую историю 3 или 4, а если даже взять все локальные варианты, типа ранний советский, поздний советский, семиотический советский, то есть взять еще и все вариации, то их все равно порядка 20 штук. У вас будет в презентации, собственно говоря, все генетические связи между канонами и их вариациями. Соответственно, да, вот эта вот техника. Эту технику мы сегодня начали, и мы будем заниматься ей весь курс. Далее лекция номер один. Как я уже сказал, всего лекций будет 12, плюс кроме вводной еще будут две не имеющие номера. Три подхода к физике. Ну, это, собственно говоря, мы будем начинать движение физическое от представления о том, что такое беконовская парадигма, до представления о том, что бывает, когда беконовская парадигма перестает работать, или, что еще хуже, когда мы не знаем, она работает или нет. В одной хорошей книжке начала 90-х было сказано: «Ночью, когда силы зла властвуют безраздельно, следует соблюдать сугубую осторожность». Дальше шла сноска: «Если неизвестно, какие именно силы действуют, тем более». Вот будем попытаться работать в ситуации, где неизвестно, какая парадигма действует. Изучаемые техники, социосистемный подход и его пределы, когнитивные техники, логика, умозрение, осмысленное наблюдение, содержательное измерение, нити и плетения, исторический подход и линии мышления в физике. Это будет первая физическая лекция. Лекции будут чередоваться, но не всегда подряд. Иногда будут две исторические, две физические. Вторая лекция историческая. Море и суша. Это два базовых подходы к стратегии. Морские стратегии, характерные для морских держав типа Великобритании, Японии и Соединенных Штатов Америки. И континентальная, характерная для Германии, России. Заметим, не будем трогать Францию и Италию, поскольку со стратегиями там все было не очень. Изучаемые техники стратегирования оперативного искусства. Изучаемая теория. Очень любопытная теория, принцип Механа. Его проходят в школе, но обычно очень быстро забывают. И везде написано, что эти принципы работали до конца 19 века, а в 20-м они уже работали плохо, в наше время не работают вообще. Я буду доказывать, что они отлично работают в наше время. И мы, как Россия, должны это очень четко понимать. Третья лекция – структура физического знания. Мы нарисуем структуру физики. И я хочу подчеркнуть,
Мы, конечно, изучим, что такое теория знания, знаниевый подход, да. Дело в том, что здесь, конечно, все плохо с языком. Если бы этот курс был на английском, то все равно слово «знание» там было бы написано «знание» с буквы «З» на русском языке. Но поскольку никаких языков, кроме русского, я толком не знаю, я не мог найти там какой-нибудь персидский термин, чтобы его здесь использовать. Знание – это, конечно, не то, что мы понимаем обыденно под этим словом. Это совокупность дисциплин, рождающих собственную картину мира. С ними очень сложно, но очень интересно работать. Так вот, я боюсь, что на этой лекции мы будем пытаться сделать то, чего никогда не было сделано. Мы будем пытаться посмотреть не только картину физического знания, но и возникающие там мета-альтернативы. Что нетривиально. Возможно, нам это удастся, может и нет. Эта работа не выполнена на сегодняшний день. Лекция четвертая тоже по физике. Называется она «Физико-технологическое развитие человечества» или «Физика, сделай сам», или «Физический конструктор для Винни-Пуха и всех-всех-всех». Все помнят, что в конце Винни-Пуха Кристофер Робин уходит учиться в школу, и бедные звери оказываются перед необходимостью как-то создавать собственное общество. Вот, собственно говоря, я попытаюсь рассказать, как они могли бы в нем построить физику. Это довольно интересно и, кстати, очень простая работа. Изучаемые техники, конструкторский подход к науке, поиск диких карт. И после этих двух погружений в физику мы снова возвращаемся к истории. Пятая лекция. Структура генерального сражения Первой мировой войны. Здесь мы будем говорить очень много фактов. Но эти факты мы будем стараться осмыслить через метаисторический подход и теорию стратегии. И это мы будем аккуратно смотреть. Это как раз материал готов. Я на самом деле по нему даже успел не только написать, но и издать книжку «Первая мировая», первый том. И сразу шестая лекция, тоже по мировой войне. «Дилемма Фанкельгайма и задача Черчилля. Планирование в войне». Это вопрос о том, каким образом люди, принимающие решения, эти решения принимают. Как они находят правильные ответы, как они делают ошибки, как объясняются эти ошибки и как наказываются эти ошибки тоже. Изучаемые техники, оперативное искусство, маятник. И вновь возвращение к физике. Причем уже интересно, вот седьмая и восьмая лекция – эта физика уже очень тесно смешанная с историей. Седьмая лекция – предел Лейбница и фрагментация научного знания. Лейбниц был последним человеком, который знал все. После этого таких людей уже не было. А это означает, что не было того, на ком бы научное знание как целое собиралось. Это заметили, но отреагировали на это очень смешно. Ну да, конечно, людей таких нет, зато человечество как целое, конечно же, это знание целиком собирает. А кто-нибудь не может показать, где человечество? Вот как я могу это знание, которое оно собрало, использовать? Я написал на эту тему статью, она так и называлась, о дефиците лейбницев. Попытаемся мы изучить в этой лекции сборку, понятие эволюции и постэволюции, управление связностью, управление коммуникацией. И очень важно, мы будем здесь изучать высшую конфликтологию. Мы будем учить конфликты, которые лежат за содержательным и за содержанием. Собственно говоря, научное знание – это содержательный конфликт. Конфликт между разными кусками этого знания, рассыпавшимися в разных головах. Мы попытаемся понять этот конфликт, перейдя на более высокий уровень. Мы работаем над содержанием, а тем самым понимаем, как работаем с содержанием. Восьмая лекция. Предел Ходжсона и возникновение квантового подхода. Это вот та самая лекция, которая говорит, что кризис в физике, опосредованно кризисы в физике и в математике, вызвали также кризисы в литературе и в политике. И проявлением этого кризиса стала, например, мировая война. Изучаемые техники. Высшая форма рефлексии, форма понимания смещения, высшие сборки. И очень важная работа с точки зрения фальсификации. С теми местами, которые мы будем находить как подозрительное на иное. Это, разумеется, работа с сегодняшним днем, хотя мы будем касаться истории. Впрочем, должен вас огорчить или захотите обрадовать. С момента достижения предела Ходжсона физика почти не развивалась.
А математика, я бы сказал, еще хуже. Она, конечно, развивалась, но так, что лучше бы она этого не делала. Здесь мой смайлик. Я постараюсь максимально широко улыбнуться. До лекции оставляю это дело подвешенным. 9-я лекция. «Война дипломатов и теорема о страстях». Это опять продолжение темы о принятии решения плюс техника сценарного анализа. Но это еще и чрезвычайно любопытная вещь для сегодняшнего дня. Это попытки изложить некоторые довольно новые социальные теоремы. Попытка ответить на вопрос, каким образом отбираются решения из числа возможных, те, которые будут реализованы. Мы это будем опять же смотреть на Первой мировой войне. Очень хороший материал. Все, что есть в человеческой истории, можно найти в этой войне. И мы это там найдем. После чего мы, собственно, будем анализировать 10-я лекция, какие, возможно, были исходы мировой войны, какие там есть аттракторы. Что такое русский мир, что такое германский мир. И почему тот мир, в котором мы живем, мы в Пакс Америка, в американском мире, почему он был самым маловероятным в начале Первой мировой войны? И почему он при этом все-таки реализовался? Изучаемая техника, продвинутый сценарный анализ. Возвращаемся в физику. 11-я лекция. Интерпретация квантовой механики. Ну, собственно говоря, техника, интерпретация сложного и интерпретация того, чего еще нет. Мы это называем загоризонтной локацией. То, чего нет, но что вот-вот возникнет. А на этом физика заканчивается. Идет дополнительная лекция. Физика и метафизика. Пределы физического знания. Изучаемые техники. Метанаучный подход. Метаэпистемный подход. Метаонтологический подход. Работа с когнитивным хаосом. Сразу говорю, те, кто не слушал предыдущие лекции, на эту лекцию, разумеется, прийти и услышать ее могут. Но последствия за свой счет. Намекаю, что такие люди, как Гёдель или Больцман, столкнувшись с этой проблемой, сошли с ума. Так что будьте осторожны, это зона, где стоят большие красные флажки, огораживающие опасное место. Но, дамы и господа, в 21 веке нам придется идти в эти опасные зоны. 12-я лекция. Конец хвоста истории. Красный проект в технике метапиктограмм. Изучаемая техника метапиктографирования. Дополнительная лекция по истории. Короткий 20 век эпохи и пиктограмма. Это как раз в отличие от физической, будет очень веселая лекция с музыкальным сопровождением, слайдами с картинами, которые будут вам демонстрировать структуры определенных времен и их настроение. Изучаемые техники, управление историей, управление сюжетами, пиктографирование. Возможно, в рамках курса, это именно возможно, не утверждаю, что это будет, будет сделано две большие офлайновые игры. «Квантовая механика. Сделай сам» и «Мир 20-х годов». Об этом мы примем решение отдельно. Ну, собственно, все. С удовольствием приглашаю вас на первую лекцию «Три подхода к физике». На этом вступление, слава богу, закончено.